Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотим познакомить вас с одномодульным проращивателем здоровья Клад. С помощью него вы с легкостью сможете вырастить у себя дома свежий зеленый лук. В комплект входит сам контейнер, компрессор, с помощью которого вода обогащается кислородом, крышка с ситом и специальный модуль для выращивания зеленого лука. Для того, чтобы вырастить зеленый лук, нам понадобится этот проращиватель, а также луковички небольшого размера для того, чтобы поместить их в модуль. Далее нам нужно будет обрезать верхушку луковицы вот таким образом. Теперь в таком положении мы помещаем луковичку в наш модуль. Проделываем все то же самое с остальными луковичками. Теперь, когда мы разместили все наши луковички, мы включаем компрессор в розетку. Смотрим, что водичка начала бурлеть. Это означает, что вода начала обогащаться кислородом. И теперь уже в скором времени у нас с вами появится свежайший зеленый лук.